ее могли бы звать экзотически. Мадонна или попросту Дженнифер. Она известна в мире поп-музыки, и только зовут ее просто Катя. Мой друг на ней зациклил фактически. Без ней звонит и шлет сообщения. Все это не смертельно, но все-таки, если увидите, передайте. Если увидите, все вместе. Катя, возьми телефон, это он. Потому что так бывает, если первый раз. Катя, возьми телефон, это он. Катя, возьми телефон, это он. По ночам не спит, но видит все один и тот же сон. Спасибо!